Ай! Сереж! Блин, глаз болит очень сильно! Сереж, что делать? Сереж, что делать? Я не могу к нему даже прикасаться! Сережа, Сереж! Чё творим, бро? Меня зовут Серджио, он из Ибра. Сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супре банде. Получи бади на ютубе, между прочим, приятный мой суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супрем банде. И бро, сегодня снимаю видео не самое, сегодня снимаю видео с Настей. И банда, вы не поверите, но мы нашли куклу Вуду. Да, ту самую куклу Вуду, которую я выбросил в мусорку, мы ее смогли найти. Она реально лежала все еще там. Ее просто кто-то вытащил и положил около мусорки. Я в шоке, банда, я просто в шоке, я не знаю, кто это сделал, но большое ему спасибо. Потому что благодаря ему, банда, со мной перестали происходить странные вещи. Не знаю, ли ты меня смотришь, брат, но спасибо тебе большое. И сегодня, бро, у нас непростое видео, потому что сегодня мы снова будем проверять куклу Вуду. Я знаю, вы уже не любите это видео, потому что в этих видео обычно все страдают, но я знаю, как вам интересно, банда, потому что мне самому очень интересно. Что же будет с куклой Вуду, если ей отрезать глаза или же рот? Это реально очень интересно, банда, поэтому именно сегодня с Суприм Бандой мы будем это проверять. Отрезаем кукле Вуду глаза и рот, погнали! Окей, банда, но перед этим мне стало очень интересно, как же появляются у нас раны, когда мы разрезаем куклу Вуду. Потому что обычно, банда, мы разрезали куклу Вуду, подняли кофту и мы увидели рану. Но самое интересное то, как же она будет появляться, думаю, вам тоже это интересно. Поэтому, банда, именно сейчас будем на этой кукле проверять, как же у меня появится рана. Вон даже лежит нож. Окей, что ж, банда, погнали, нас сейчас будет разрезать куклу Вуду, а я просто подниму кофту и посмотрим, что с этого будет. Окей, банда, я внизу, я поднимаю кофту и где-то здесь посредине должна будет Настя разрезать. Я не знаю, как это будет выглядеть, но мне очень интересно. Окей, Настя, ты готова? Да. Окей, банда, если вдруг вы забыли, то эта кукла Вуду ко мне привязана. То есть получается, что эффект будет намного сильнее, чем обычно. Окей, давай, на счет три. Раз, два, три. Ай, ай, блин, больно. Господи, это так болит, черт, ай. Нужно быстрее ехать в больницу, это так больно. Ай, блин, скорее вызывай скорую. Ай. Окей, банда, это просто жесть, мне наложили... Нет, я этого не буду показывать, этого точно YouTube не пропустит. Там лежит 5 швов. 5 швов мне наложили. 5 швов мне наложили, врачи. Это просто жесть. Оно жестко болит. Но, банда, я не расстраиваюсь. Я все же решил продолжить эксперимент над куклой Вуду. То есть, банда, мы будем дальше проверять эту куклу Вуду. А значит, нам осталось отрезать ей глаза, рот и все, что на ней есть. Это самое опасное, что мы делали, самое жесткое. Я не знаю, какие будут последствия, но мы это делаем, банда. Погнали. Окей, банда, это жесть, но мы готовы. У нас есть все для этого. У нас есть ножницы, нож, сама кукла Вуду, иголка с ниткой, чтобы, если что, Настя сразу могла пришить ко мне глаза или же рот. Это жесть, банда, мы никогда такого не делали, и я никогда не видел на ютубе, чтобы кто-то такое делал. Это самое жесткое, что мы делаем, потому что мы не знаем, какие могут быть последствия, а последствия могут быть вообще плачевные, потому что у меня может просто не остаться глаза или же рта. Это реально опасно, банда, я думаю, из-за этого вы можете поставить свой царский лайк, ты что, бандит, опускайся ниже, ставь свой лайк. Эй, банда, давайте на эту видео 10 тысяч лайков, и для вас это всего лишь ничего. Вы такое количество лайков можете набрать за пару часов, так что, бандит, давай, я жду твой царский лайк. Окей, Настя, ты как, ты готова? Ну, блин, нам нужно это сделать, ты согласна? Я согласна, но, не знаю, может не будем? Нет, Бастя, мы уже начали это делать, значит, нам нужно это сделать. Окей, банда, я надеюсь, что это будет последнее видео про куклу Вуду, потому что это очень все опасно. Я не хочу больше этого делать, это реально очень опасно для жизни, банда. Окей, банда, это просто жесть, мы уже начинаем это делать, мне все еще это не верится, потому что это очень опасно. Но было не было, банда, только ради вас я это делаю, чтобы вам было интересно смотреть. Окей, давай, режь, начинай. Господи, это просто жесть, банда, мне не верится в это, что мы это прямо сейчас сделаем. Окей, давай, я готов. Может не будем? Нет, давай, мы уже начали это делать, нужно это делать. Но я волнуюсь за тебя, очень страшно. Я верю. Я тоже волнуюсь очень сильно, но у нас нет особого выбора. Мы уже начали это делать, нам нужно это делать. Смотри, давай. Ты сам захотел. Хорошо. Ай, ай, ай. Ну уже быстрее, пожалуйста, отрезай. Потерпи, ай, блин, ой, что? Больно. Очень болит, черт. Что там, ай, что там, Сереж? Блин, глаз болит очень сильно. Покажи, что? Господи, а, окей, сейчас. Ты уверен, ай. Да, ты давай. Уверен? Я ничего не вижу им. Здесь просто темнота. Ай, блин, покажи, давай, болит очень покажи. Сильно. Окей, готова? Да, готова, покажи, давай. О боже, капец, Сережа, у тебя там рана огромная. Я ничего не вижу этим глазом. О боже, там нет глаза. А я вообще его не чувствую. Я вообще не чувствую боли. Давай я скорую вызову. Нет, как ты им это объяснишь? Сережа, что делать? Сережа, что делать? Я не могу к нему даже прикасаться. Это очень сильно болит. У него там нет глаза, ужас, капец. Это очень сильно болит, господи, я не знаю, что делать. Быстрее, бери пришивай пуговицы, я уже не могу терпеть эту боль. Сейчас. Быстрее, Настя, давай, шей. Сейчас, потерпи, потерпи. Я терплю, как только могу, давай, пожалуйста. Сейчас. Так уже, ну уже. О, господи, ты не представляешь, что я уже чувствую какое-то облегчение. Ну, что там? Все, пришила, пришила. Окей, так, что с моим глазом? Ты смотришь? Да, давай.
Ничего нет, все пропало. Я вижу все, я просто все вижу. Боже, это жесть, Ванда. Как я в шоке. Это странная магия, я буду только что. Здесь не было глаз, ничего им не видел. Я прям чувствовала, как у меня течет кровь. А теперь все, все на месте, я в шоке, Ванда. Это просто жесть, ну, это покажи, реально нечто. Нет, покажи. Все? Вообще ничего. Господи, это просто жесть. Получается, что если мы берем и назад пришиваем кукле глаз, рот, то все будет на месте. Это очень странная магия, Вуд. Я все еще этого не могу понять. Я не знаю, ли стоит продолжать дальше. Я не знаю, может не будем? Я не знаю, но у меня было планы еще отрезать рот. Блин, страшно как-то. Я тоже не знаю, что мне делать. Но все же давай попробуем это сделать. Я без понятия, что у нас будет, но давай попробуем. Не знаю, интересно очень, но страшно. Да, очень интересно. Давай тогда отрезай рот. Это жесть. Ты уверен, что ты хочешь это делать? Да, уже пути назад нету. Мы уже начали это делать, значит нужно продолжать это делать. Я готов, давай, отрезай рот. Окей, Настя, ты точно готова это делать? Да, а ты? Да, давай, погнали. На счет три режь. Раз, два, три. Потерпи, сейчас, сейчас. Сейчас, терпи, терпи. Покажи, ну, Сереж. Сейчас. Боже, руки трясутся. Все, Сереж, ну ты как? Не знаю. Там крайне случай, уже могу говорить. Болит? Нет. Все прошло, да? Да, ничего нет. О, черт, да просто жесть. Я не понимаю, как работает магия Вуду. Мы только что просто взяли и отрезали мне рот. Его больше здесь не было. Было только черное пятно. А теперь он опять на месте. Настя только пришла на задней кукле. Господи, Банда, это просто жесть. Я не знаю, как работает эта кукла Вуду, но это реально жестко. Знаю, что будет дальше. От этих кукол Вуду реально нужно как-то избавиться. Но у нас сейчас остался один эксперимент, который мы должны сделать. Это самое жесткое, что мы только делаем. Мы должны полностью все отрезать кукле Вуду. То есть мы должны отрезать глаза, рот и посмотреть, что будет со мной. Это просто жесть, Банда. Тем более, что эта кукла Вуду ко мне привязана. То есть, Банда, если бы мы отрезали обычной куклой Вуду, а не этой, то, возможно, бы это было не так сильно. Но из-за того, что мы отрезаем кукле Вуду этой, то все происходит насколько сильно и насколько это возможно. Я просто теряю сознание от этой боли. Настя, ты как думаешь, стоит это делать? Я думаю, не стоит. Мне так страшно. Я волнуюсь за тебя. У нас нет выбора. Мы уже начали это делать. Нужно это доделать. Мы отрезаем полностью все лицо кукле Вуду. Погнали! Давай, ладно, окей, делай, я готов. Отрезай. Я боюсь, мне очень страшно. Я верю, давай. Ну смотри, я тебя предупреждала. Я сам знаю. Больно как, ай, глаз. Ой, потерпи, извини. Черт, это просто жесть, ай. Ай, блин, это рот, я ничего не вижу. Это просто жесть, Банда. Все, я все отрезала. Сереж, ну что там, покажи. Покажи. Ну как ты? Что там? Покажи. Что? Что с тобой, Сереж? О боже, у тебя нет ничего, ни глаз, ни рта. Сережа, капец. Блин, что мне делать? Может скорую? Боже, как я объясню это? О, господи, Сереж, почему ты так? Только не падай, нет. О, господи, Сережа, сейчас я все зашью. Подожди немножко. Да вдруг не получится, вдруг ничего не получится, он так и останется. Все, Сереж, я сделала куклу. Ну? Ну? Ты как? Я ничего не помню. Черт, это просто жесть, Банда. Я не знаю, что со мной было, ничего не помню. Что со мной было? Это как будто просто стерли у меня с памяти. Это жесть, Банда. Это кукла Вуду, это реально уже не шутки. Этих кукол Вуду у нас целых 5. Это просто жесть, Банда. У нас 5 кукол Вуду. 2 куклы Вуду на Насте и 2 на мне. И 5 на Джеффе убийце. Я не знаю, что с ними делать, но их нужно реально куда-то спрятать. Потому что, блин, Банда, эти куклы Вуду, это реально очень опасно. Ими реально можно убить человека. Тем более, если 2 куклы на Насте, 2 на мне. Это реально, Банда, ими можно нас убить. Поэтому их нужно куда-то спрятать. Просто их спрятать на чердак. Мало, их нужно куда-то спрятать так, чтобы никто никогда не нашел. Я пока что не знаю, куда их прятать. Я обязательно придумаю, Банда, мы их обязательно куда-то спрячем. Окей, Банда, наверное, встретимся с вами утром, когда уже, возможно, что-то за ночь придумаю. Ждем утра, Банда, и, возможно, тогда я придумаю, куда спрятать эти куклы Вуду.
Окей, банда, доброе утро. Из-за ночи мне пришла одна мысль. Я закопаю эти куклы в воду. Просто чтобы их никто никогда в жизни больше не нашел, потому что это реально жесть. Это самое опасное, что мы только делали. От них нужно реально избавиться. Поэтому я решил, что я их прям сегодня. Сегодня днем я их закопаю. Это единственное, наверное, правильное решение, которое я делаю. Нужно это сделать, чтобы никто никогда не нашел этим и начал с нас издеваться. Я беру закрывающийся куклы вот эту коробку, запечатываю, и мы идем на улицу и его закапываю. Окей, банда, мы пришли в лес. Посмотрите, здесь полностью лес. Просто сними верхушку. Здесь полностью лес, банда. Мы пришли сюда, чтобы закопать эти куклы в воду. Если не верите, вот, смотрите. Здесь они. Все 5 кукол в воду. Окей, я их беру, закрываю. И вот, окей, банда, готова. Вот так вот это выглядит. Мы закопали, что, смотрите, я ложу на ваши глаза. Ложу куклы в воду и закапываю их. Все, надеюсь, это будет конец всех наших бед. Надеюсь, больше никогда с нами этого не повторится. Просто я хочу уже поскорее закопать, чтобы больше про них даже не вспоминать. А забыть об этом, как все про страшный сон. Окей, банда, надеюсь, этого будет хватит. Думаю, уже пора возвращаться домой, потому что мы уже и так слишком долго здесь. Окей, мы отправляемся домой, банда. Погнали! Окей, банда, мы вернулись домой. Мы просто закопали эти куклы в воду. Надеюсь, теперь все будет намного легче. Сереж, ты не поверишь, но мне реально стало легче после этого всего. Как будто гора с плеч. Сереж? Сережа! Сережа!